Ну вот такая вот конструкция у них получается. Честно говоря, не, ну все, конечно, правильно, горизонтально все. Но вот сами эти опоры, типа опоры, ну не знаю, ниже земли не упадет. Ниже земли не упадет. Псковское шоссе. Там Сигулда. За Сигулда еще километров 15, сколько там, я не знаю. Ну, короче, Аукшлыгатне. Мост через железную дорогу. Сейчас еще на мост поднимусь. Ну вот, пока как-то так. Не знаю, говорит это кому-то о чем-то. Но кто этими вещами занимался, тот, конечно, поймет. Опоры здесь не видны. Сейчас еще пойду туда, к экскаватору, к этому. Там, я не знаю, видна эта опора, нет. В общем, на мой взгляд, очень жидко. Сама масса этого моста, плюс еще на него еще там нацепляют кучу всякого. Плюс по нему будут ехать. Жидко. Ну и вот я сейчас иду. За спиной у меня Сигулда. Туда, на Цессис. Здесь этот еще пока старый мост. Там эти дырки. И вот я здесь вроде бы как красивее видно эти опоры. Но я надеюсь, что ребята знают, что делают. Все-таки это мостовики. Но все равно мне эта опора живая. Ай, ладно. Кого интересует мое мнение? Пролет еще такой длинный. Но он немножко так под углом наискос идет. Это надо было учитывать, что все-таки от края железной дороги, от насыпи, или как это считается, да, здесь рыл эти канавы, вроде бы как от самой рельсы, 2 метра нельзя. Хотя я считаю, что это очень близко, но это мое личное мнение, кого это оно опять же интересует. Ну что, когда доделают, попробуем проехать. Пешком я уже по нему прошелся. Ну вот как-то так. А этот мост будут переделывать. Все.